Всем привет, с вами Вера, вы на канале Клео ТВ, и сегодня я буду снимать видео, обзор на куклу «Безграничные движения» Барби. Давайте сначала рассмотрим эту куклу. Прошивка у этой куклы очень хорошая, а также голова покрашена в цвет волос. Вот. Макияжа у куклы практически нету. Только, я так думаю, прокрашены веки и губы. Следующее – это одежда. Как видите, футболочка у нее розового цвета, а низ синий у футболки. Следующее – это леггинсы. Вот такие вот. Они черные. Также футболка и леггинсы, они без застежек, и поэтому очень легко снимаются и тянутся. Итак, давайте посчитаем, сколько у куклы шарниров. Их должно быть 22. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцать, двадцать, двадцать один и 22. Все правильно, 22 шарнира. А также, когда я покупала эту куклу, у нее волосы были как солома, то есть не такие вот гладенькие, а как солома. И мне пришлось их мыть. Но я мыла не с мылом, просто обычной водой. Если у вас такая же проблема, то не бойтесь мыть волосы, потому что они потом не выпадут у куклы. А то я все боялась, что они выпадут. Вот такая вот кукла. Также где-то должно написано быть, что производилось это все в Китае. Также я очень берегу эту куклу. Она может принимать разные позы. Например, это мостик, скорпион на локтях, на руках. Но на локтях у нее не очень получается. Хорошо, давайте я вам покажу. Например, скорпиона на руках. Вот. Так. Только ее надо будет держать, потому что она сама не выдержится в этой позе. Вот. Также у нее могут ноги сгибаться до конца. То есть вот так вот. Как вы видите. И также могут сгибаться руки. Вот. Мне эта кукла очень нравится. И кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!